Сегодня на базе отеля «Весна» юные гимнастки проводят оздоровительно-восстановительные сборы. Тренировки сочетают с отдыхом и купанием на море. В Сочи приехали две группы гимнасток разных возрастов. Все они представительницы Московского городского физкультурно-спортивного объединения «Москомспорт», а занимаются при Центре олимпийской подготовки под руководством Ирины Винер. Девушки постарше уже давно владели лентами. В их арсенале немало сложных гимнастических и танцевальных элементов с этим предметом. Они уже трижды становились победительницами первенства России в групповых упражнениях среди добровольных спортивных обществ и ведомств. А вот группа гимнасток, что помладше, ленту в руки взяла только недавно. Зато мячом эти гибкие спортсменки владеют хорошо. В Сочи в составе группы гимнасток Московского городского физкультурно-спортивного объединения приехали и две гимнастки, которые выступают в индивидуальной программе. В их числе Мадина Татар. Она сочинка, но последние годы живет в Москве и на соревнованиях представляет столицу нашей страны. Еще одна девочка – Анжелика Стубайла. Она из перспективных спортсменок, претендентка на попадание в национальную сборную. На базе отеля «Весна» спортсменки тренируются с 12 июня. В целом же сюда, на сборы к Черному морю, команда Московского спортивно-физкультурного общества приезжает много лет подряд. Мы стараемся сочетать и отдых, и тренировки. Здесь созданы шикарные условия. Спасибо огромное организаторам, руководству, всему персоналу. Мы здесь чувствуем себя как дома. Уже 10 лет сюда приезжаем. И надеемся дальше сюда приезжать и работать, тренироваться. Тренироваться на базе отеля «Весна» гимнастки будут до 26 июня. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.